Завтра в страну придет атмосферный фронт с юго-запада Польши. Будет облачно с прояснениями. Ночью утром местами появится туман. Ветер слабый, при грозах порывистый. На большей части страны пройдут дожди. В некоторых районах синоптики прогнозируют ливни и грозы. Объявлен желтый уровень опасности. Без зонта не обойтись. По меньшей мере 63 человека погибли в Судане из-за наводнений, вызванных мощными дождями. Ливни не утихают в стране уже второй месяц подряд. Разрушены тысячи жилых домов и свыше 100 правительственных зданий. Ранее в суданскую столицу был направлен самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с гуманитарной помощью для пострадавших. Новый температурный рекорд зафиксирован в долине смерти в штате Калифорния. Воздух раскалился до 54 градусов. Необычайно высокие температуры регистрируются во многих штатах, от Аризоны до Вашингтона. Так, в Финиксе уже свыше 40 дней до плюс 43. Ученые объясняют эти явления ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Завтра в Бобруйске переменная облачность. Возможен дождь. Ветер с востока. Скорость 5-7 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 24. Ночью 17 выше 0. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан. Бобруйск, 360.